Югре назовут лучшие достижения в энергосбережении, обсудят инновационный опыт в этой сфере. Сегодня в Ханты-Мансийске стартует 7-й региональный форум, посвященный стратегическому развитию энергоэффективности. Он соберет в общей сложности 200 человек. Это представители органов госвласти и самых разных предприятий региона. Они подведут итоги работы в отрасли и обсудят долгосрочное сотрудничество по проектам, которые призваны повысить эффективность использования энергии.